Как вы поняли, по темно-синему пакету, в котором Милка сидит, это был спортмастер. Девчонки, сейчас я покажу вам. Вот так вот. Это что у нас? Это ветровка. 146-152. Вот она, темно-синяя. Никита в ней уже походил вчера. Очень-очень классная. Смотрите, внутри какой начесик. Вот такой вот мягенький-мягенький. Солнышко, здравствуй. Так, вот. У нас капюшончиком. Ростовка размер. К ней немножко липнет, он Милке на шерсть налипла. Карманы удобные, глубокие, молния хорошая. Никит, удобно тебе в ней? Угу. Такие вот манжетики. Вот сейчас в стирку все пойдет. Мила уже приходовала. Она сейчас линяет, как не знаю кто. В общем, толстовка просто вот это вот огонь. Ветровка, сейчас я вам по цене скажу. Она у нас была... Это джемпер флисовый, Андрей, или это что у нас? Она 490, да? Короче, вот, смотрите, 490 рублей. Джемпер флисовый, и сейчас этот. И вот эта вот ветровка, она 700, получается, стоит. Она тоже почему-то джемпер называется. Так, а второй вот он, который флисовый. Вот этот 490, тот 700. Я думаю, еще даже не мерили. Сейчас Никита мерить будет. Сейчас я вам покажу. А вот Venture. Вот. Размер 152. Оба идут как джемперы. Там разные цвета. Есть насыщенно. Ну, вот это, кстати, мне кажется, поменьше чуть-чуть. Есть насыщенно оранжевый, голубой, серый. Мы взяли вот такой вот синенький привычный. Молния. Так. Все работает. Видите, как внутри? Мягенькая, удобненькая. Вот так вот на физрон, например, когда лыжи одел, и вообще класс. Да, Никит? Класс? И сейчас я вам покажу еще две просто офигенные покупки, в принципе, из-за чего все это затевалось. Куртка, пуховик для мальчиков. 152 ростом, там единственный был. А, видите, какая была цена до этого? Ну и там еще 100-500 наклейки. Я думаю, она еще дороже до этого была. 1700 рублей она обошлась. Вот такой вот висел там. Ну, состав, да, внутри. Тут там перо, пух. И фотографию я вам ставлю. Никита уже в ней походил вчера. Это все этикетки от куртки. Такие. Короче говоря, очень-очень даже классно. Код, кому интересно, можете посмотреть на сайте. Если у вас будет наличие, можете заказать. Очень удобно. Да, Никитос? Так, на нее сейчас чек у меня где-то тут был под рукой. Вот, смотрите. Куртка-пуховик. Даун-джекет почему-то везде. 1709, скидка 3390. Вообще супер, я считаю, пуховик за 1700 просто даром. Вот, смотрите, какой он. Фоточку я ставлю. Он тоже темно-синий. Все, в принципе, темно-синий. Сейчас из-за солнышка он кажется какой-то сероватый. Нет, он темно-синий, девчонки. Карманы удобные, глубокие. Смотрите, как сделан карман. Вот. Ну, для ребенка удобно варежки там положить, свои перчатки, еще что-то. Тоже Outventure. Здесь нету такого манжетика, как я обычно покупаю. Но здесь очень удобно такая внутренняя резинка. То есть здесь поуже получается. Ручки очень удобны. Все прострочено. На улице надувается. Да, Никит? Здесь вот единственное, что молния, как бы вот эта вот на куртке, она немножечко тонковата, да? Но очень удобная тоже липучка. Так, оп-оп. Внутри можно утянуть внизу, сделать поуже. Ну, кто любит затягивать, например, да? Ну, так она смотрится лучше. Она смотрится как удлиненная куртка или типа как, ну, такое полупальто. Чуть ниже попа. Самое то. Все прикрывает. Все отлично. Внутренних карманов здесь никаких нет. Так, сейчас я вам покажу. Очень удобно. Высокий капюшон. Высокий ворот, вернее. Вот здесь. Закрывает полностью практически до носа. Капюшон тоже удобный. У нас есть утяжки тут? Нет, утяжек нет. Здесь такая вот ставочка типа резинки. Но она очень удобная. Вот. Длинненькая видно курточка. Так, и что еще? Ну, за 1700, в общем, это вообще подарок просто. Правда, Никитос? У нас темно-синяя шапка, темно-синие дутики.
И у меня, я вам говорила, да, что я мерзну, когда у нас было минус 27. Я в своем пуховике из Остина, который 2 года назад брала на скидках. И в 2 свитерах. В общем, когда до минус 20, у меня осинский пуховик, он очень теплый. Он у меня для машины специальный, он коротенький. Ну, как бы попу чуть-чуть прикрывает, в принципе, все, длина туники. Но в такой дубак, иногда бывает, что где-то пешком проходишь, надо было что-то теплое. И муж, когда смотрел Никите вот эти все кофточки, то он все нашел, все выискал, все по акции, все на скидках. Ну вот, и нашел для меня пуховик. Он такой серо-коричневый. Ну, темно-серый. Он чуть-чуть светлее на камере смотрится сейчас, чем есть на самом деле. Тоже вот показано содержимое в нем. Видите, 70%. Кто у нас тут? Утка, да? Тоже такой же рукав, как на Никитином пуховике. Я померила уже. Карманы здесь на кнопках. Так, что там в кармане? А вот, видите, минус 20 написано. Отзывы все на 5, девчонки. Единственное, там одна девочка жаловалась, что короткий рукав, но у меня рука длинная. Я вам много раз показывала, что кофты бывают так, а здесь прям вот рукав, никаких проблем вообще нет. 46 размер на мои параметры. Рост у меня 179. И как бы 46 я и ношу по жизни, но 44 верх, у меня 46 низ. Поэтому смотрите здесь, в чем фишка сама этого пуховика. Длина у него по колено, что очень удобно. И смотрите фишку. Он весь на кнопках. Для меня это непривычно, я буду привыкать. Я на улице еще в нем не ходила, что муж только-только буквально привез. Но у него внутри сделано как бы как курточка, видите, двойная вот такая. То есть она на молнии застегивается. Тоже очень высокий здесь, ну, стойка как бы, да? Под горло закрывается. Вот это застегивается, а потом кнопки. Хочешь застегивай, хочешь ходи нараспашку. Получается внутри длина куртки. И вот столько еще длина пуховика. Вот, вот так. Ну, надо привыкать. Девчонки, кто там автоледи, они писали в комментариях, что очень удобно эти кнопки в машину садиться, в принципе. Ну, не знаю, посмотрю. Мне главное, чтобы тепло было. Так, что у нас тут внутри? Внутри есть на спинке, на талии можно сделать утяжку. Изначально кто-то его мерил, видно, было утянуто. Мне не понравилось, когда утяжка. Получается такая вот очень широкий низ, потому что все-таки он пуховик, он объемный, большой, и он зрительно увеличивает, прибавляет веса. Если вот это вот растянуть, и он смотрится как пуховик оверсайз. Ну, на мне, по крайней мере. Ну, вот. Если кто-то хочет, чтобы он смотрелся прям совсем свободно, берите на размер больше. Например, носите 46, возьмите 48. Так, сейчас я вам покажу. Вот он. Размер. Outventure. Ну, такой тяжеленький, кстати говоря. Полупальто для женщин. Size 46. Так, код. Вот. А он... куда я чек-то делал? Сейчас я покажу, сколько он в итоге. Котка пуховая, женская. Темно-серый. На сайте, кстати, он более темно-серый, чем вот по факту в жизни. 4390. А цена 9999. Вот так. Сейчас еще раз вам покажу. Спинка 70% утиный пух серый, 30% утиное перо серое. Утеплитель рукав капюшон 100% полиэстера. Сделано в Китае. Ну, тоже водонепроницаемый, непродуваемый и так далее. Ну, буду очень надеяться, что он окажется теплым. И самое главное, что здесь есть капюшон. В моем полупальто от Остина у меня нет капюшона. А тот, который темно-синий, я заказывала с Ведбриса 2 года назад, я вам как-то говорила, хаски, он вообще не теплый ни разу. Очень удобная модель, но абсолютно холодная. Так что вот такие вот у нас очень выгодные покупки со Спортмастера. Девчонки, может быть, кому-то было полезно. Фотографии Никитки я вставлю. А себя, как буду на улице, я вам обязательно покажу. Ну, наверное, сфоткаюсь в Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения и таких же выгодных покупок, как у меня. Пока-пока, берегите себя.